Друзья, вы на канале Влог Владивосток. Мы отчаливаем. Сегодня воскресенье. Сейчас едем рассматривать достопримечательности и места острова, полуострова Краби. Здесь хорошо отдохнули два денечка и едем рассматривать достопримечательности. Выезжаем с бухты. Походили на сапах тут. Просторы полуострова Краби. Вон там вдалеке джип едет. Прикольно на байке гонять так. Несутся. Thank you.
Самая высокая точка. Вот за той скалой. Приехали на самую высокую точку. Ой. Острова Крабы. Наверное, это выше точка, чем мы снимали вчера. Точнее, уже позавчера. Наш лагерь стоял вот за этим мысом. Да, вот за этим. Вид отсюда открывается классный. Практически во все стороны видно. Вон там коса Назимова. А вот коса, которая ведет на Крабе. Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Я нахожусь на самой высокой точке полуострова Крабе. Мы сюда заехали на вот этом джимнике, который стоит слева от меня. Здесь открываются вот такие просторы, высоты. Видно практически весь полуостров. Видно заливчики. Вон, видно вдалеке вон там коса Назимова. Дальше смотрим по сторонам и видим порт Пассиет. Вот он, порт Пассиет. Это интересное место, то есть, в принципе, у кого есть возможность, время, желание и финансы, так сказать, всем советую побывать на самой высокой точке полуострова Крабе, потому что здесь вы получите впечатления и эмоции от созерцания вот этих красот, которые вы сейчас наблюдаете через экраны мониторов или своих телефонов. В
хочется неизгладимое впечатление. Смотрите, вон там вдалеке. Населенный пункт какой-то. Вот она, самая высокая точка. Там, кстати, я тоже снимал. Вот там вдалеке. Видите, вот там мы заезжали, там маяк. Вот там, да, вот самая высокая точка была. Тоже оттуда открываются классные виды. Ну и здесь неплохие. Очень симпатичные пейзажи. Такое, какие-то более похожи на луга. Альпийские. Не совсем похоже на Россию, но на самом деле напоминает юг Приморского края. Потому что это и есть он самый. Вот мы и побывали на самой высокой точке. Давайте посмотрим там туда. Да есть люди вон какие-то на берегу. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо вам за внимание. И увидимся в новых видео. Благодарю за просмотр.